В принципе, это садись, поехали. Да. Вот. Ну садись. Тебе дверь открыть или что ты ждешь? Ты чего? Садись. Ты чего стоишь? У тебя другая машина. Чего? У тебя другая машина. Какая? А, то, что на сайте знакомств? Да это я так, это я так для фотки просто фоткался. Я не поеду. Как бы чтобы. В смысле, а что такого? Я не поеду на это. Почему? Ты серьезно? Да. Потому что, блядь, что это такое? В смысле, что машина моя? Что такого? Я не поеду на этом дерьме, ты угораешь? Ты что, шутишь, что ли? Мы только встретились, ты уже так начинаешь разговаривать. Что? Я типа сейчас домой пойду, типа. Я не поеду на это. Какая разница, какая у меня машина? Она так же едет и едет, что такого? Ты ездил на ней сам, я не поеду. Да подожди, стой, да ты что, прикал? Да подожди. Я до тебя 2 часа добирался, ты что, ну прикал? Это мои проблемы. Да стой, все, подожди, ладно, я... Просто как бы, ну, пошутить решил. Мою машину я там поставил. Что-то просто прикол. Я тебе что, важно, какая у меня машина? Ну, блядь, да. Да все, я говорю, я пошутил. Это не моя машина. Сейчас мы дойдем до моей, все нормально. Все, пошли. Я просто решил тебя разыграть. Ты что так реагируешь? Потому что... Ну, это пиздец на такую машину забирать.